Душераздирающие крики жильцы дома номер 90 по улице Спортивная в Козинках услышали в середине прошлой недели. Кот провалился в отверстие вент-шахты, поплатившись за собственное любопытство. На прошлой неделе в среду нами было обнаружено, что в вентиляционной шахте находится кот. И он сильно мяукал и беспокоил всех жильцов нашего дома. Пришлось немножко побеспокоиться, и неоднократно звонили мы в организацию ЖКХ. Они совместно с жильцами дома прибыли через 6 дней на место. Все это время семья Шумак подкармливала несчастное животное и даже спускала на веревке воду. Мы привязали веревку к пластмассовому стаканчику и сделали петельку, чтобы она отсталась, там эта коробочка. И мы ее опустили, и он попил воды. А потом мы привязали, отмерили сколько, этой веревочки, и это было 13,5 метров. И мы так уточнили, на каком этаже был, на первом. Он, да, ел, пил, мы ему кидали мясо, кидали легкое, ему косточки. 4 дня он очень сильно мяукал, просто очень. Переживала? Очень переживала. Он так мяукал, жесть просто. В понедельник работники ЖУ-5 предприняли попытку освободить животное из ловушки. Около часа работы с перфоратором, дыра в плите, и из темноты показалась белая морда кота. Но выбираться пленник не спешил. Глазь елки зеленые, дырка добрая. Попытка выловить испуганное животное не увенчалась успехом. Несколько суток в каменной ловушке плюс звуки перфоратора, и кот в ужасе метнулся в темноту, исцарапав спасающие его руки. Кстати, кота опознали. Героем истории оказался питомец, которого хозяева оставили, сменив место жительства. Жильцы говорят, он до сих пор возвращается под дверь своей бывшей квартиры, где его уже никто не ждет. Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».